художник, предсказатель и сильно груженный китаец. Три бронзовые скульптуры установили в самом сердце дальневосточной столицы. Автором этих работ стал скульптор из Екатеринбурга Олег Нидерквель, который в эти дни приехал в Владивосток, чтобы завершить их установку. По его словам, работа над персонажами практически без передышки длилась 2 месяца. Сначала мастер сделал небольшие глиняные миниатюры будущих скульптур, а после согласования приступил воплощать их в натуральную величину. Вот сейчас мы находимся у одной из скульптур, это предсказатель. То есть если вы принесете, так сказать, небольшую жертву, какие-то денежки положите, то он вам предскажет ваше будущее. Вторая скульптура – это скульптура Джона Кудрявцева. Это был художник знаменитый во Владивостоке. К сожалению, он сейчас уже умер. Вот. Ну, прообраз его как бы остался, и мы внесли этот образ, перенесли в эту скульптуру. Третья скульптура – скульптура китайца нагруженного. Это знаменитые персонажи, знаменитые миллионки в городе Владивостоке. Это тот, такой район, где вот, так сказать, рабочий район, где жили грузчики, специалисты различные в области там, погрузки, еще где-то. Это третья скульптура. Работы были выполнены в рамках реализации в этом году проекта «Туристский код Владивостока». Средства предоставлены из федерального бюджета по итогам конкурса, который выиграла дальневосточная столица. Участие в нем инициировал глава города Константин Шестаков. Скульптура-предсказатель находится во дворе рядом с адмирала Фокина 10В, художник Светланская 5 на входе в галерею «Арка», а сильно груженный китаец на адмирала Фокина 5. Анна Дьякова, новости на 8.